Для чего разноцветная груда красивых цветов, одиноко лежащих в пыли на кладбищенском поле, выражают цветы радость, дружбу, любовь. Но зачем же они там, где царствуют слезы и горе? Поздно гроб уложить, дорогие цветы. Поздно гладить уже неподвижные руки и холодным губам поцелуй принести. Чего раскаяние слеза на холодной плите? Не согреют слова запоздалой молитвы прощения. Оборвется нежданно стремление к заветной мечте. И никак невозможно вернуть и исправить мгновение. Поздно гроб уложи, дорогие цветы. Поздно гладить уже неподвижные руки и к холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди. Осознав бесполезность красивых прощальных цветов, одиноко лежащих в пыли на кладбищенском поле, подарите родным и любимым при жизни любовь и цените друг друга в земной быстротечной доли. Гладить уже неподвижные руки и к холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди.